318 250 доз вакцины от гриппа выделено в этом году Южному Казахстану. Область их купила за 219 миллионов тенге из местного бюджета. Чтобы доказать внушительность предстоящей вакцинации, медики подчеркивают, на эти средства можно было бы подстроить 3 больницы. Из 800 тысяч вакцин, которые приобретает госбюджет для всего Казахстана, для нашей области выделяется 40%. Это значит, мы впервые подошли к уровню иммунизации, рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения, когда вакцинацией будет охвачено 11-12% всего населения области. Бесплатно вакцину получат лица старше 60 лет, взрослые дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также контингент закрытых учреждений, медработники. В этом году в этот список включили еще и беременных женщин и женщин в послеродовом периоде. Если в эти сроки правильно подобрать сроки и не будут противопоказаний к вакцинации, она абсолютно безвредна для беременной женщины. И самое главное, она защищает не только беременную женщину, она будет защищать и плод. Рекомендуют врачи пройти вакцинацию и женщинам, которые только планируют беременность. И хоть вакцинацию беременных с этого года в нашей стране решили сделать массовой, женщина имеет право выбора. Вакцинация беременных – это по рекомендации Минздрава проводится массово в этом году. Потому что нам всем известно, 2011-2012 годы был рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. К сожалению, были у нас 3 материнских случая от осложнений гриппа и ОРВИ. Беременным всем это рекомендуется. Однако, учитывая, если есть, конечно, отказ самой беременной, конечно, она имеет право отказаться, но прежде проводится с ней беседа предварительно участковым врачом и терапевтом, и акушер-гинекологом. Любую болезнь, как нам всем известно, лучше предотвратить. В этом году особый всплеск инфекции врачи прогнозируют на конец декабря и первую половину января. Те, кто не входит в группу риска, но желает защитить себя от гриппа, могут это сделать на платной основе и только в частном медучреждении. В этом году лицензию получили 2 частные клиники – Даумед и Акниет. Стоимость вакцинации в пределах 3000 тенге.